Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте! Вольно! Вольно! Дорогие товарищи, сегодня мы с вами собрались на наш первый круг, первое собрание организационное мероприятие возрожденного казачества Руси. Расскажите, пожалуйста, о сегодняшнем большом круге казачества вашего. Вы сейчас сами все увидите. Основная цель нашего круга – это, прежде всего, цель объединить патриотические силы. Спасибо большое. Вот вы сейчас несете знамя возрожденного казачества Руси. Вот с каким вот патриотическим, либо каким бы чувством держите красное знамя? Ну, в первую очередь, это гордость. Шагарам! Мать! После образования нашего общества разрешите считать открытым.